Чтобы максимально увеличить шансы на успешное лечение в программе ЭКО, важно не только переносить здоровые эмбрионы, но и чтобы эндометрий был рецептивен, поскольку вероятность наступления беременности зависит от совместной синхронной работы эмбриона и эндометрия. iGenomics, компания, специализирующаяся на репродуктивной генетике, сотрудничает с более чем 3500 клиник по всему миру, чтобы помочь таким людям, как Моника, которые хотят создать семью. Моника прошла несколько протоколов стимуляции и 10 процедур переноса эмбрионов за 8 лет. Она не забеременела. Это было очень сложно эмоционально и физически для нее и ее партнера. Позже Монике был произведен персонализированный перенос эмбриона в соответствии с результатами теста ЭРА, что привело к долгожданной беременности и родам. Что такое анализ рецептивности эндометрия или тест ERA, разработанный и проводимый компанией Genomics? Для наступления беременности должна произойти имплантация эмбриона в эндометрий, ткань, выстилающую внутренние стенки матки. Эмбрион может прикрепиться к стенкам матки только в определенный период времени в течение женского цикла. Данный период называется окном имплантации. Для любой женщины, проходящей лечение ЭКО, важно знать, когда открывается это окно. Предыдущие научные исследования показали, что примерно 3 из 10 женщин имеют смещенное окно имплантации. У некоторых женщин окно имплантации открывается раньше, у некоторых – позже. У одних женщин оно длится больше дней, у других – меньше. Часто особенностям окна имплантации конкретной женщины не уделяется достаточно внимания до тех пор, пока перенос эмбриона не завершится неудачей или даже несколькими неудачными попытками ЭКО. Тест ERA, разработанный и проводимый только компанией Genomics, это лучший диагностический инструмент для определения оптимального времени для переноса эмбриона. Он подходит для всех пациентов, начинающих программу ЭКО, и особенно полезен для тех, кто уже столкнулся с неудачами. Как работает тест ERA? Для анализа экспрессии генов, отвечающих за рецептивность, проводится биопсия ткани эндометрия. Данную процедуру проводит ваш лечащий врач. По результатам исследования он получит заключение теста ERA, где будет указано оптимальное именно для вас время переноса эмбриона. Наше недавнее исследование подтверждает, что персонализированный перенос эмбрионов в соответствии с результатами теста ERA увеличивает ваши шансы на беременность и роды по сравнению с обычным переносом как свежих, так и замороженных эмбрионов. После проведенного теста ERA 56% женщин смогли забеременеть и родить ребенка уже после первого персонализированного переноса эмбрионов. Из пациенток, которым был произведен стандартный перенос замороженных эмбрионов, смогли забеременеть и родить только 42%. В течение года 71% женщин, которым был произведен персонализированный перенос, по результатам теста ERA родили ребенка. В группе пациенток, которым был проведен стандартный перенос замороженных эмбрионов, аналогичный показатель составил лишь 55%. Данное исследование показывает, что проведение теста ERA пациенткам уже при первом цикле ЭКО значительно увеличивает их шансы на зачатие ребенка без потери ценных эмбрионов. Обратитесь к своему лечащему врачу за дополнительной информацией о том, как определить ваше индивидуальное окно имплантации. С помощью теста ERA вы сможете максимально увеличить свои шансы на наступление беременности. iGenomics, with science on your side.